Дисклеймер. Привет, я Трдети, сегодня мы с тобой продолжаем проходить игру Kingdom Rush. И знаешь, что я хочу сказать? Разработчики гениальны, даже здесь. Короче, когда запускаешь игру, появляется табличка. Ну, я тебе говорил, настройки, всякий экран. И справа снизу есть кнопка «Начать игру». И знаешь что? Именно справа снизу появляется уведомление Steam о том, что ты запустил игру. То есть мы, когда включаем игру, мы не можем ее начать, потому что нужно сидеть и ждать, пока это уведомление исчезнет. Лучшее место, куда можно было расположить. Во, ну хотя бы один бы раз запустили свою игру, просто посмотреть. Так, ладно, компания, перекрыв проход через двуречье, мы несколько дней спешили к заставе Сребролесья. Но встретили нас невесело. Гарнизон успел отразить несколько атак за последние дни. А сейчас на нас идет могучая армия. Хорошо, что на выручку к нашим спешат элитные бойцы. Кстати, мне сказали, что вот это вот три сердечка у этого гиганта, это три жизни у меня заберутся. Как будто бы это очевидно, нет? Как будто бы это очевидно. Я не знаю, почему я не догадался. Это прям вообще позорище. Как я мог не догадаться, я не знаю. Это вообще капец. Так, давай так. Так, вот так сделаем. Нет, здесь давай, чтобы оно вот здесь вот становилось. А это прокачаем сразу. Оп, еще разочек нельзя. Ну ладно, тогда давай вот так вот сделаем. Да, как будто бы это не лучший вариант. Но вот здесь вот тоже можно будет сделать, например... Нет, ты отстань. Вот здесь, да, клавиши тут лучше использовать. Мышка не сразу нажимается. Здесь лучше сделать артиллерию. Потом вот здесь вот артиллерию тоже. И вот здесь вот воинов еще. И они будут бам-бам-бам-бам. Отремонтировать. Когда-то в этом здании тренировались воины. Сильванских эльфов. Это... Сильванские эльфы. Это вообще кто? Так, прокачать надо. Ай, не успел монет по сути собрать. Давай, надо больше, больше, больше. Прокачка, мне сказали, сразу работает. Это очень хорошо. Оп. Теперь супер мощный у нас будет защита. Давай вот так. Оп. Хорошо, так, теперь рыцарей надо ли прокачивать? Сейчас нет, я думаю, вот здесь нужно. Хотя вот здесь можно артиллерию и здесь артиллерию. А здесь уже солдат проставить. Да, можно вот так вот. Только для этого нам нужно монет насобирать побольше. Ага, вот отсюда следующие пауки будут идти. Хорошо, это не страшно. Давай вот так вот, оп. Так, паучки, паучки. Кстати, паучки, огромные пауки. А у нас тут... А, вот. Огромные пауки, быстрые, жестокие враги, защищенные от магии. Да, ты понимаешь, я вот эти вот рисунки отрисовываю заново. Вот эти вот. Которые здесь изображены. Потому что, ну, детализацию я не буду добавлять. К каждому выпуску я не хочу прорисовывать всех персонажей. Ты понимаешь, что это, ну, бред. Я всех не буду... отрисовывать. Давай вот так, оп. А здесь рыцари и здесь еще одну артиллерию. О, слышь, а ты какого хера прошли вы? А что ты у нас делал? Алло, у тебя радиус атаки какой? Я понял, тогда срочно ставим так. И теперь ставим их, а, вот здесь максимум. Замечательно, замечательно, замечательно. Великолепно даже, я бы сказал, да. Давай сразу пустим. Лесное братство, максимальная скорострельность и отличная дальнобойность. Башня стрелков 4 уровня. Нахера ты мне это сказал? Типа, а, вот это прокачать. А, и тут развилка, что именно хочу прокачать. Окей, ладно, принимается. Так, это ничего, это мы уже поставили здесь. Стоит ли еще рыцарей? Нет, здесь тоже надо артиллерию ставить. Или магов лучше, но артиллерия вот так, она вот сюда. А сверху что? А сверху они уже, хорошо. А, давай, ну 125 пока у нас нет. Давай, вот так, оп. Давай, бум-бум. Бум-бум. Бум-бум, хорошо. А ты давай, наверное, сверху помогай нам. И тут тоже солдат поставим. Но радиус, конечно, мелковат слишком. Воу-воу-воу. Так, хорошо. А вот это что? А, это я просто могу взять солдата, ты чё? Ладно, мы сейчас на три звезды не пытаемся пройти. Не пытаемся, ага. Сейчас нам нужно хотя бы просто выиграть и все. А потом, когда мы прокачаемся, уже вернемся, чтобы три звезды забрать. Потому что изначально... Ну, я не хочу. Ну, как не хочу? Не могу. Да, изначально я не могу. Так, но. Скорострельность хорошая. Урон бы еще вам. Давай, следующее. Ну, давай, добей последнего. Ну, что ж ты делаешь-то?
Что-то как... Ух, тут еще сильнее можно прокачать. Так, ну ладно, давай вот эти. А то солдат, по-моему, слишком быстро... У нас слишком мало солдат, они слишком быстро их выносят. Да ты что, гонишь? Ой, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не, подожди, никто не скажет, что я проиграл. Я просто даже не пытался. Так, тогда что нам нужно сделать? Тут солдат, но они хер дойдут до сюда. Тут... Это... Ладно, расстояние, правда, мелковато. Сюда идите. Ну и вот здесь вот нужно, конечно, чтобы... Тут маловато расстояние. Ладно, тут давай вот так вот сделаем. Мне кажется, раз тут это здание, то вот это вот надо сделать. И что это? 25-50 урона будут наносить, а вы... 1-3! Я вас понял. Ну это по соточке каждый раз. Это жопа, конечно. Сюда идите. А, мы даже их призвать не... Понял. Ладно, давай тут бах-бах. И вот здесь бах-бах. Что-то мне кажется такое себе это. Это вы что, максимум куда можете уйти, да? А ты достаешь? Достаешь. Ну тогда давай... Блин. Ну это, конечно, жопа. Да, это, конечно, кошмары. Ладно, ну за сотку, конечно, ну... Посмотрим, насколько они хороши. Если ваншотить будут, то отлично, все. А, вы еще и лучники. Сколько у вас урона там написано? 25-50, а где они? Понятно, 3 сотки я по сути зря просрал. Давай, ладно, еще вот так вот пускай будет. И здесь не хватает пока, ладно. Ну ты не достаешь, ты же видишь. Давай, ладно, вот сюда вот поставим. Чтобы они сюда подходили. Ну давай еще... Давай даже магию поставим. Что-то, по-моему, магия вообще на пауков не канает. Что-то слабовато. Так, ну эти, кстати, хотя бы продержаться могут. Спасибо и на том. Оп, 4 монеты, хорошо. Здесь прокачать их. Давай прокачаем, чтобы они подольше держались. Но и это, конечно, надо прокачать. 160 всего, надо прокачивать. Это пока недоступно, хорошо. Лесное братство, теперь доступно, но не хватает денег. А нам так мало денег дали за то, что мы слишком рано начали, блин. Обидно даже. На. Ну как-то артиллерия уже что-то слабовато бьет. Да, здорово поиграли, неплохо, я бы даже сказал. Солдат, наверное, мало выходит. Тут еще они есть, но это слабовато. Да. Да я ж нажал, вы че? Это, я так понимаю, игру с телефона перенесли на на компьютер, правильно? Потому что тут, мне кажется, не совсем еще нормально перенесли, потому что, ну реально, ну это же уже не совпадение, что оно не нажимается с первого раза. Хорошо, теперь они так. Угу, хорошо. Добивай, хорошо, неплохо. Следующей волны еще нет, потому что далековато до ней, 110 монет. Ну надо, конечно, прокачать. Давай. Блин, их сейчас добьют. Ну, по соточке за каждого из них это слишком жирно, я хочу тебе сказать. Да, они как будто бы лучше, чем ничего, но все равно. Ну, не за такую сумму. Так, 17. Ага, ого, зря я, конечно, тут... А, метеориты. Вот метеоритов было бы неплохо. Метеориты использовать по собачкам этим. Ни хрена себе вас как много. Быстрее. А где метеорит? Ну, отлично. Давай вот так. На-на-на-на-на. Хорошо. Добили. Давай вот так, оп. Давай, добивай собак. Вас прокачивать, ну, пока дороговато, пока нечем. Так, давай. Ух, хорошо, неплохо. Ладно, давайте помогу еще немного, чтобы быстрее добили, хорошо. Так, ну, эту толпу собачки, я думаю, вы разнесете быстренько. А, это уже зря. 250, это что? Отравляет врагом, нанося им 15 очков урона за 3 секунды, призывает тренерлианы, которые... Которая что, 40 очков урона в секунду в течение 1 секунды. Как будто бы маловато.
Всего одну секунду. Что это? Варг. Быстрые и коварные звери, способные уклоняться от атак в ближнем бою и сопротивляться магии. Зашибись. Да, но игнорировать-то тоже не надо. Вы сказали уворачиваться, а не игнорировать. Нахер вообще. Ладно, давай, это как будто дороже, значит должно быть лучше, правильно? Ладно, 160 надо бы, конечно, взять за 160. Можно было бы еще что-нибудь понаставить, но не надо. Так, тут рыцари не надо. Вот сюда было бы неплохо рыцари поставить, конечно. А вот сюда уже артиллерия. Ну ладно. Уже протупили. Мне сказали 18 сердечек. Или 17. 18, по-моему, сердечек должно у нас оставаться. 18 сердечек, понимаешь? 18 сердечек должно быть для того, чтобы... Паучий матриарх обладает высоким сопротивлением к магии. Может создавать паучков. Ну как так-то? Я именно против пауков магию поставил. Ну вот как так? О чем я говорил? Короче, 18 сердечек — это 3 звезды. Меньше 18 уже не 3. Я отсмотрю, что-то какая-то хрень. Блин. 320. Подожди, а где вот это вот, то, что ты говоришь? Шипы нанесли больше урона. Где они? Это вот этот вот колдун, что ли, который сидит? Да, вон. А где шипы? Что-то не вижу. А вот эту вот можно хрень уничтожить, пожалуйста? Произвести 10 волн раньше срока. Естественно, слабоумие и отвага. Это наше все. А вы можете побыстрее вставать, как бы, не? Да давай их лучше прокачаем, потому что что-то они... А, слышь, ты сразу тут паучков призываешь? Не нагло ли? Да, хорошо, с этим справились. Давай еще сильнее будут. Хотя у них просто здоровье больше. Они ни хрена не сильнее становятся. А тут вы в курсе? Пацаны, пацаны, давай-давай, вон он. А, он останавливает колючками. Все, понял. Ну, нормально сойдет, не знаю. Да твою мать, маленькие паучки, их слишком много. Их уже слишком много. А вот это вот зачем обновляется? Его типа успевают убить, что ли? Ай, нет, подожди, ты там много здоровья заберешь. Ты там много у нас забрала. У нас один... 9 здоровья осталось. Это плохо. Надо что-то делать. Давай этих прокачаем. Я не знаю. Блин, как же мы много денег на эту прокачку потратили. Наверное, зря. Капец. 60 не хватит нам денег. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Рискуем опять проиграть. Но это 14 из 15 волн. Ну как я так мог магическую башню поставить именно к паукам? Ну вот... На слабоумие и отвага, я тебе говорю. Вот как так? Ну вот из всех вариантов я именно так сделал. Ну молодец, что, гений. Красавчик. Сейчас, когда слишком большая толпа будет, мы используем метеоритный дождь. А ты можешь им помогать, как бы? Чё ты там просто стоишь? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, не туда сделал. Зря. Ладно, давай еще артиллерию вот так. Сильнее бей по ним, быстрее. По толпе, быстрее. Ай-яй-яй, уже бегут, ты видишь? Так, хорошо, добил, но... Опять новый, да кто такой? Мародер. А, могучие, опытные, хорошо вооруженные бойцы, командующие бандитами и грабителями. Как тут много персонажей. О, денег достаточно, чтобы хоть что-нибудь сделать. Давай вот так вот. Оп. Оп. Ну и тут давай соточку одного вызовем, хрен с ним. Но это, этим нельзя управлять, это очень плохо. А, ни хрена себе, у тебя столько здоровья. Да его лупят, лупят, не долупят, ты чё? Ой-ё. Блин, а у нас так и толпой просто могут пробежать. Да, конечно, артиллерия нам поможет, но не сильно-то. Нам нужно, чтобы мы смогли задержать их. Давай, на-на-на-на. Хорошо. Но эти все равно сверхсильные, быстрей. Да не вы быстрее. Стоять. Отлично. Как мы его задержали-то ловко, а? Неужели пройдем? Охренеть.
что ты там лупишь? Давай, подходи. Четыре сердечка осталось. Ладно. Хардкор это, конечно, жестко. Ну, я неудачно. Одну звезда, ну вообще позор. Ну, я не знал, что там будут именно пауки. Ладно, что у тебя? Так, у тебя меньше здоровья. А мне главное урон. Скорость больше, нахера. Урон меньше. Моя хорошая, извини, но ты пока что вообще дно. Так, улучшение. Что можно улучшить? При продаже башни стрелков возвращается 90% стоимости. Это нам то, что как раз таки не нужно. Увеличить дальность атак волшебников. Хорошо, увеличить урон артиллерии. Конечно, ты шо? Как же без урона артиллерия? Кстати, мне сказали, по вот этим всем надо потыкать, чтобы достижения дали. А вот где достижения дают? Когда? За что именно? Ну так наугад тыкать тоже такой. А, нихера себе, у вас, конечно, уровни раскиданы по всей карте. Мы это слишком быстро пройдем. У нас ушло несколько дней на то, чтобы добраться до Линерии. Теперь мы должны закрепиться у ее южных стен. Король решил усилить ваши и без того закаленные войска еще двумя подразделениями волшебников. Обеспечат вас мощной огневой поддержкой, а гордые паладины, поднимут боевой дух солдат своей отвагой. Ёб твою мать, волшебная башня. Башня четвертого мага четвертого уровня. Очень высокий уровень, эффективно против врагов в доспехах. Казарма четвертого уровня, святость. Призывает паладинов в тяжелой броне, способных сдерживать врагов. С двух сторон, да. Это плохо. Тут артиллерия достанет. Давай вот сюда вот. Тут давай вот так вот. И сейчас мы развлечемся, ребятишки, давайте. Ой, как-то ужасно прозвучало, фу. Как отвратительно прозвучало это. Как это кошмарно прозвучало, фу. А вы можете... Блин, нахер они тут есть, если они не помогают нам? Да, артиллерия пока мало урона наносит. Давай, оп. Надо прокачать и солдат, и артиллерию. О, слышишь? А чё вы пробегаете тут? А, людей не хватает. Вот это, конечно, хорошо, что в последний момент у нас есть хоть что-то, что может спасти нас. И давай магов. Отлично. Да ёб твою мать, опять новый враг. Темный рыцарь. С обладнившейся темной силой рыцари в полном боевом облачении практически не замечают вражеских атак. Охренительно, у нас же все сейчас замечательно идет, да? Враги в крепких доспехах. Некоторые враги носят тяжелые доспехи, почти невосприимчивые. К физическому урону почти не используйте магию. А, это типа этот, все, я понял. Лазерная башня, это как этот, огненная башня в Clash Royale, все, я понял, что это такое. А у нас денег нет, вы в курсе? Я и не рассчитывал, что нам сейчас надо будет успеть прокачать это. А, слышите, вы уже пробежали? Так нечестно. Ну, как будто бы не лучший вариант, куда можно было Теслу поставить, правильно? Ой, не Теслу, а этот лазер. Какое-то херовое я прям выбрал место. Как будто бы здесь и здесь надо было поставить вместо двух артиллерий дополнительных. Ну, а кто ж знал, что они вот им вообще насрать на урон? Что такие вообще появятся? Но они теперь по заднему будут бить, а здесь игнорировать. Вот этот на Пеку вообще похож. Ну, нарисовали много персонажей, согласен, много их. А он сейчас этого рыцаря нам единственного уничтожит, который защищал. Он уничтожил. А он уже не возродится, мне кажется. 240, до хера как-то. Что это? Летучие мыши, горгулья, злобные крылатые создания, легко пролетающие казармы и артиллерии. Нам тут стрелков надо. Ни хера себе, нам... Короче, там... Ох, ёб твою мать. Тогда надо вот так. А сколько это в итоге выйдет? Хера себе. Да у нас не хватит на это все, вы чё? Так у нас не хватит. Не знаю. Ну давай посмотрим, сколько это урона будет наносить. Ну, долго, блин, долго очень. Давай, за 160 надо вкачать быстрее. Это ж не второго уровня у нас, правильно? Быстрее, 160, быстрее. Хорошо. Угу.
Так вы рыцарей только главное не уничтожайте. Оп, успел нажать. Плюс минута есть, хорошо. Так, главное рыцарей не уничтожайте, все. Так, это 240, ага. Круто. Это вы прям в жопа нам будет, нет? Нам еще стрелков тут надо поставить. Двоих. Зашибись. И сразу этих. А, давай, конечно. Зато монет получим хоть сколько-то. Да, это вообще ничего. Мы монет получили, конечно, но очень мало. Охереть, вас много. Так, это против летучих мышей нам поможет неплохо. На-на-на-на-на-на, хорошо. Здесь мы вас положили, что по поводу этой стороны. Здесь, конечно, жопень у нас. За 300 я, конечно, не смогу сейчас прокачать. Ты бы этого бил, какого тут супермощного, что ты по этим бьешь? Давай проверим лазер. Конечно, проверим. Не, ну это какая-то хрень. Что-то пока не идет. Может, лучше вот здесь их встречать? Слушай, в натуре, чтобы сразу всех бить. Лучше, наверное, вот здесь встречать. Какой? Ну, тут лазер, конечно, а он дотянется. Ладно, давай вот так, потом броник, броник. Только вот сюда вот идите. А потом лучники нужны. Ай, потом мне артиллерия еще нужна, так? Ай, тут уже не хватает. Тут чуть-чуть не хватает, ладно, сейчас соберем, надеюсь. Фу, ну тут надо будет прям толпой долбить сильно. Блин, нам надо где-то Ага, вот здесь мы не можем, да, ничего сделать. Типа овечек всех поубивали, негодяи нехорошие. Сильно большую толпу тоже лучше не делать пока что. Ну капец, рыцари и какие-то разбойники выносят. Вы нормальные вообще? Давай и тут артиллерию. Все, останется только прокачать теперь все. Ага, всего лишь прокачать надо. Да я понял, а что толку? Ну вот, вот эти вот идут, и что? А, можно поставить как? Во, спасибо. Не, пока пускай этих добьем. Жесть вообще. А, тут артиллерия еще и не достает до этих, да? То есть я еще удачное место выбрал для артиллерии, конечно. А магов как раз таки вот здесь можно было. А здесь достает хотя... Во, достает. А мы не можем прокачать, я не знаю. Это где-то в одном месте нужно, что ли? Тут надо было метеоритами вот так вот сделать, когда они вначале шли. Хрен его знает. Вот что-то вот это уже сложно. Тут нам нужна посильнее прокачка. Может, нужно сейчас... Ай-яй-яй, пропустили одного, плохо. Может, тут как раз-таки нужно вернуться уже к предыдущим уровням, там прокачаться и уже после этого сюда идти, после того, как еще прокачаемся. Потому что, ну пока, ну смотри, ну что это такое вообще? Это никуда не годится. Так, урона мы уже должны много наносить. Читаю, что у нас маги. Бах, 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 бах. Ну вот, проходит. Добивайте их быстрее. Оп, 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 оп. Хорошо, красавцы, но все равно пробегают, вы видите. Охереть, у нас тупо людей не хватает. А, и там еще эти были уроды, которые восстанавливают здоровье. Молодцы. Сейчас летучие мыши пойдут. Давай посмотрим хотя бы, что они могут. Аж, ну тут мы уже, понятно, тут мы пока что, нам стоит остановиться, тут нас дерут жестко. Хотя мы неплохо так продержались, у нас 11, правда, ну ладно. Надо за 300, конечно, прокачать еще. А к магии, не, восприимчивы к магии. О чем мне говорили? А, ну артиллерию и войска проходит, да? А, ну, блин, тогда тут на лучниках вообще не надо было делать акцента. Лучников можно было бы забить. Хотя это не сильно-то и сэкономило. Сколько? 140 монет, ну такое. Ни о чем. Чисто ни о чем. Так, и зато мы теперь можем супер сильного взять. Да, блин, не успел. За 300 прокачать можем лазер теперь этот.
Ой, замечательно. Не, надо было метеоритный дождь использовать на... Ну ладно. Чё уже. Вот теперь, надеюсь, толпой они вместе соединятся, я уже добью. Смотри, ну вот сколько они урона наносят артиллерии. Ну, два выстрела, охереть, они почти ничего не нашли. Опять кто-то, кто? Лучник теней, меткие лучники, расстреливающие всех солдат на своем пути. Зашибись. Лучников нам только не хватало. Молодцы, точно, да. А ну, давай, сжигай. Какая у тебя дальность? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо. Блин, этот лазер, конечно, хорош, но он так долго бьет, конечно. Как же он долго бьет? Ну, хотя две башни, если бы такие были, было бы неплохо, конечно. Так, о, и вторую мы можем купить. Просто не сейчас, но сможем. В целом, когда-нибудь. Ай-яй-яй, вы же в курсе, что сейчас пробегут? Да, вы, видимо, в курсе. Вы просто игнорируете. Что нам сейчас отвесят? Ай, вы лучники так... Вы лучники такие лучники, слушайте. Так, за 30 пока что не хватает. Нихера себе, вас тут много, быстрей. А это нам не поможет, блин. Чуть-чуть не хватило, ладно. Ты ничего не видел. Ты ничего не видел. Ладно, тогда надо все-таки улучшение сделать. Что нам? Мы артиллерию прокачали. Сейчас она не особо-то нужна, но ладно. Это всего одну звезду мы получим. Так, вот здесь надо вернуться, переиграть, чтобы еще... Подожди, а там помимо звезды какие-то еще значки были? Хотя я не помню. Так, но это всего один путь, правильно. Тогда сделаем вот так. Делаем вот так вот. Не-не-не, вы проходите вот сюда вот. И вот второе, артиллерия пускай будет добивать. Сейчас поставим еще одну артиллерию и нормально. Да-да-да. Так, мне говорили тут на всякие вещи нажимать. А это достижение за количество нажатых вещей или на какую-то конкретную надо нажать? Потому что вот так все протыкивать тоже как бы особо желания нет. Во, хорошо, их мы теперь легко должны разнести, правильно? Мы и прокачались, и научились играть, и вообще хорошо все должно сейчас пойти. Так, 125, многовато, конечно, ладно. Нам главное не пропустить двоих. Двоих не пропустить, нет, 18, двоих можно, а троих уже нельзя, да? О, хорошо, так, 125 пока не хватает, а вот теперь должно хватить? Нет, чуть-чуть не хватает, но сейчас будет хватать. Все, отлично. А теперь это можно прокачивать, артиллерию, и все. Все, хорошо, сможем. Главное, туда-сюда надо переключаться между уровнями, чтобы успевать прокачиваться. Но это ж не запрещено, правильно, в игре. Это можно вот так вот. Никто ж не говорит, что ты должен все с первой попытки пройти, вообще не прокачивая ничего. Ой, эти даже дойти не успевают. Вот это хорошо теперь. За 220 мы еще ничего не прокачали, а что у нас денег так мало? Так, главное, чтобы людей было достаточно. Чтобы не могли сдерживать натиск. Так, давайте и следующую волну. Лучше все волны сразу одновременно запустите, чтобы метеоритным дождем просто накрыть и все. 220 не хватает пока монет. Что там следующий, когда пройдут? Так, хорошо, но пока не переживаем. Пока нечего переживать. Ладно, оп, вот так делаем. Да ты чё, я ж призвал, чё это монеты не дают? Во, отлично. Так, я там... А, тут прокачать еще бесконечно этих нельзя. Ну ладно, мы хотя бы за звезды можем прокачивать сколько угодно, я думаю, да? То есть, если мы пройдем всю игру, ну, звезды со всей игры используем на прокачку, я думаю, вот с этой прокачкой мы же можем первый уровень проходить, правильно? Это мы вот эти башни не можем прокачать. А использовать прокачку самих персонажей и умений мы, думаю, можем всегда, в любой момент, на любом уровне, без ограничений, да? Либо меня жутко мой опыт спасает. Да, вот этих сразу уберем, чтобы они не мешали нам, все. Так, и 220 надо быстрее. Хорошо. Ну и все, и ничего они не пройдут уже. Ну и отлично, все. Фух, смотри, а вот сейчас на 3 звезды спокойно вообще прошли, потому что прокачка есть. Или опыт добавился. Но эти уже не дойдут явно. Ну, куда вы пытаетесь? Ну, кого вы пытаетесь обмануть? Ну, все. Вы, скорее всего, даже не дойдете. Ха, дошли, ты смотри. Ну, вам же хуже. Ну, смотри, толпу мы просто бам-бам.
Вот что с этим чуваком? Он уровень, что ли, получает? А зачем уровень? Сильнее становится или что? Победа. Раз, два и три. Так, отлично. У нас еще одна звезда есть для прокачки. Хорошо, можно что-нибудь сейчас прокачать? А, так, вот это что нам дает? Лига... Здоровьем еще больше. И еще больше оружия. Урон будет, точнее. Увеличивает радиус атаки артиллерии. Ну, как будто бы это не особо-то надо. А это что будет? Слушай, одна звезда, а нельзя прокачать. Что это? А, мы это еще не прокачали. Дальность атаки волшебников, магические атаки снижают физическую защиту врага с каждым ударом. Ой, это как будто бы норм штука. Вот это можно сбросить? Это сброс только всего, да? Плохо. Ну ладно, мы из звезды от этого не... А можно вот этих еще сильнее вкачать? А давай, почему нет? Легионеры проводят дальнюю атаку, которая поражает наземных и летающих врагов. Вообще имба, нам надо три звезды где-то надыбать. Раз, два, три. Отлично. И тогда мы такие подготовленные. Я опять забыл посмотреть, что это за значки. Это. Не-не-не, ты давай тут. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А куда вы пошли? Нет, подожди. А что? Как я так? Что я нажал? А чё я... Блядь, что я нажал? Почему они побежали? Ну, легионеры как будто бы уже очень круто выглядят, смотри. Но как будто один круто выглядит, а второй все тот же чмошник. ...220. Пока рано, да? Вот это вот прокачаем, потому что здесь легко проходит. А там еще рыцарь есть, нормально. 220 маловато, пока давайте, ждем. Не, давайте, наверное, вас вот сюда вот поставлю. Все, чтобы это достреливало спокойно. Так, здесь. Ну, как будто бы легионеры супер крутые стали, но как будто бы перезарядка стала дольше, нет? Тебе так не кажется? Воу. Вот сюда надо было артиллерию, а сюда уже рыцарей. Хрень сделал. Ах, жаль. Блин, сглупил, сглупил. Я не хочу заново переигрывать, у нас все так пока что неплохо идет. Тогда вот эту вот лучше прокачивать уже, а не это. Так, давай вот эту быстрее. Блин, 220 пока не хватает. 220 пока все еще не хватает, все еще не хватает. Те уже исчезли плохо. 220, давай, 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 быстрей. Отлично. Так, и вот здесь, конечно, тоже надо сдерживать их. Здесь мы нормально справимся, да? Справимся. А вот здесь, давай, по толпе. На, 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 хорошо. Хорошо, хорошо. Ух, напряжно уже стало. Так, это 320. Копим, 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 копим. У меня съезжает подушка. Так, быстренько вот так. Оп, оп, удочки прожали. Тут, типа, ничего не происходит, да? А призыв вот этот, он бесплатный, да? Я помню. 120, пока маловато. Хорош, хорош. Вот видишь, какая разница существенная. Сейчас мы вообще не напрягаясь идем. Так, здесь поставим бойцов, а здесь просто артиллерии прокачаем урон. Собаки прибегут сейчас, да? А, 5 разбойников, там даже пишут, кто пробежит, отлично. Ну, я прокачал, все, отлично. И теперь вот это можно за 320 прокачать. Хотя тут лучше солдаты. А, не, это чтобы дольше держались. Не, это нам пока не надо. Так, здесь с толпой справимся. Давай вот так вот, слишком много уже их. А, нет, здесь артиллерию тоже за 320 прокачаем. Опа, опа, опа. Что-то тут я не обратил внимания, что... Так, вас надо прокачивать, я понял. Так, быстрей. Оп, вот так вот, стойте тут. Все, хорошо. Так, 160 надо еще прокачать, но они только сильнее станут. Они не станут как-то лучше. Ну ладно, пускай хотя бы так будет. Воу-воу-воу-воу-воу, давай, давай-давай-давай. Держи, держи их, держи. Так, не пропускайте, нельзя двоих пропускать. Я тут за тремя звездами пришел. Только три звезды, никак иначе.
320 многовато как-то. Ай, бля, вот эти же они жесткие огры. А это последняя волна? Нет, это далеко не последняя. Зашибись. Что прокачать? Нет, давай майков еще поставим тут. Почему нет еще? Правильно. Они как раз много урона наносят по единичным. Вот как раз таки по ним, я надеюсь. Нет, этих пока призывать не будем, не надо. Этого не стоит. А, ты не достаешь, охренительно. Артиллерия докуда достает? Вот, вот сюда вот идите. Блин, достают маги охренительно. Их надо прокачивать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как мы сейчас отхватим. Его бей. 160 не хватает. Блин, как же мы отхватим сейчас. Как жалко, а. Хорошо, этого мы хотя бы... Ох, как вас тут много, подожди. Нет, стой! Да, чё бы он меня послушал. Читаюсь, поверился. Все, давай больше наноси урон. Так, 160 не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же напряжно-то стало. Ладно, давай. Оп, две монетки типа получили. 240. Дорого. 160, вот. Подожди, 100, 160 нормально. 160 сойдет. Да хоть кого-то добейте, чтобы я уже мог прокачать этого быстрей. Полоумного. Быстрей, быстрей. 160 надо. Ладно, давай следующий пока. Оп, хорошо. Так мало урона. Охренеть, это значит они сильные. Значит хорошо, что хоть что-то сделали. 320 маловато. Вот здесь 160 можно прокачать, а то что они слабые такие. Давай, больше, 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 быстрее, быстрее. Да, подожди, 6-10 теперь. А теперь, оп, 6-10 так и осталось. Либо это стало 6-10. Так, 240. Понятно, и там. Ну ладно, здесь они отхватывают, здесь, потом здесь. А здесь с первого раза лучше здесь прокачать. Тут у них просто всего одна попытка отхватить. Давай быстрее, 240 надо. Как же не хватает-то монет. Фу, и один пройдет, и все, это жопа вообще будет. Так, ну все, он сейчас должен вообще мощно валить. Так, а вот этих, теперь вот здесь башню 240 надо прокачать. Ай-яй-яй-яй-яй. Задолбали пополнять здоровье им. Сейчас маги плюс артиллерия должны справиться. 240, давай, давай. Добивай, отлично. Оп, хорошо, максимум у башни, максимум у рыцарей. Артиллерия тоже по максимуму. Хорошо, нет, ну тут не максимум, но да ладно. Там нам тоже не особо-то надо. Лучников бы поставить, наверное, вот здесь в начале. А, уже 13-я волна, последняя, да? Сначала пусть сверху разберутся. А внизу мы пока задержим немножко. Ай-яй-яй-яй, вас что-то много слишком стало. Да здесь артиллерию есть смысл качать. А, 320 мы не успеем уже. Так, вот снизу что-то жестко идут. Да и сверху тоже, везде жестко. Давай пока снизу задержим их. Сверху, я надеюсь, расправиться с ними. Так, маг, хорошо. Жестко, жестко. Фу, тоже три звезды есть. А у нас тут одной звезды не хватало, правильно? Уже, видишь, неплохо так прокачали. Видишь, тут есть смысл, что прокачивать. Ой, задолбал, на. Все. Так, три звезды есть, хорошо.
Так, дальше. Улучшение. У нас две звезды есть. Для чего? Тут не хватит, да, четырех? А что можно тут? Одну... Вот тут, конечно, жопа. Я не знаю, там с магами надо что-то делать. Возможно, магов надо. Раз, два. А здесь что? Строительство, улучшение башен магов становится на 10% дешевле. Давай тогда здесь попробуем так. Раз, два, три. А это что? Увеличивает урон волшебников. А на сколько? Ладно, какая разница. И магические атаки временно замедляют врагов на 50%. Ой, вообще отлично. А вас все равно так прокачаем, а одной звезды не хватает. А вот здесь... А, это на этот. А вот здесь-то у нас другое. Что тут у нас? У нас тут это. Что у нас там? Я не помню. Две звезды. Ладно, давай тут попробуем еще разочек. Мы магов же прокачали. Да что ж такое, я опять не посмотрел, что это за значки. А, так, давай тут магов. А, кстати, вот здесь магов надо. Да, точно. И вот здесь вот уже людей призывать. Что-то тупанул жестко. Вот сюда вот, оп. И вот сюда вот, оп. И теперь надо, оп, оп. 216 уже не хватает. И здесь вот так вот. Но эти слабые, конечно, стали снова. Но маги-то теперь должны больше урона наносить, значительно больше, правильно? Вот этих можно было бы передвинуть еще, неплохо было бы. Но это же жопа, конечно. Они не хотят двигаться. Ну смотри, они от разбойников отхватывают, как так? У них от 10 до 30, у этих от 20 до 30 уронов. Средняя защита, но бесполезная. А ну-ка, маги, что делают? О, реально замедляют, но совсем чуть-чуть. Ну, рыцарей вынесли, это уже понятное дело. Вообще чмошные какие-то рыцари у нас. Так, ну теперь главное не размениваться, правильно? Ух, тебя как, ни хрена себе, тебя половину сразу снесли. 216, да? Давай, я готов. Совет, чё тут совет? Да-да-да, это против этих, но у нас не хватает жестко монет. 270, слушай, из 300, ну это уже лучше, это сильно лучше. Толпу давай, хрен с ним. Так, кстати, тут, по-моему, огромное количество их идет вот так. Нормально, ну хотя бы так, нормально, нормально. Давай так, оп. Нормально, и маги прям сильно нам помогут. Вот это 200... Ай-яй-яй-яй-яй, с вами, конечно, жопа будет сейчас. 230 надо. Ну ладно, больше призывать пока волн не будем. Куда вы собрались, слышите? Жесткие вы что-то, ребятишки. Слишком жесткие. Че ж... А, ты у нас вообще там стоишь. Ой, ёб твою мать. Толпой давайте мочить. Давай, 230, хорошо. Давай, жесткого выноси. Так вот ты выносишь, ты че? Жесткого выноси, видишь, он тут. Да пока вызывать не надо. Блин, вот здесь метеоритный дождь бы пригодился сейчас очень сильно. Быстрее, да нажимайся ты. А, вы напоследок еще исцелили друг друга, да? Охереть, вас прошло, конечно, много. Но мы проиграли уже, наверное, или нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Проходит все больше и больше. Ну, как будто бы, да. Ну ладно, там потом еще прокачаем, чтобы у нас и башни были прокачаны, нам надо. И вот эти вот. Кто они у нас? Подожди, еще один прошу. Серьезно? У вас толпа, вы как не задержали-то его? Смотри, ну это жестко вообще. Дзю, хорош. И эту башню тоже надо прокачать, значит, 270. Ну, не так много. Давай так даже добавим немножечко. Слушай, ну с летучими мышами мы хорошо справимся. Вот бы можно было тут какую-нибудь ферму с монетами поставить. А, это типа и горожане убитые, и овечки. Жестко-жестко для детской игры. Ну, по крайней мере, выглядит по-детски. Так, теперь рыцарей надо прокачать, чтобы они дольше держались. То, что ты видишь тут... А, вы этих не можете сваншотить? Серьезно, у них 192 хп всего. А там некоторые идут... Ого-го. Так, 110, хорошо. Блин, надо селян тоже... Ох, не, пока я не буду призывать следующую волну. Рановато. Да нет, ну да, ну нет, да... Да, встань, не хватает. Да, ну с вами уже хер что сделаю, да, я так понимаю. Один прошел, бац, это сразу 3 хп будет. Да, это сразу 3 хп. Не, не канает тогда. Лазерные башни и вот эти вот магов, это, конечно, хорошо. Но это бессмысленно сейчас. Нам нужно вот здесь вот заполучить. Давай тогда вот этих вот прокачаем на сколько. Не хватает на максимум, да. Ну и так вот хотя бы.
блядь. Я опять забыл, что ж такое. Так, тут магию я помню. Нахер идет магия. Вот здесь можно прокачать сильно. А здесь наоборот нужна, например, артиллерия. При этом вот здесь вот солдаты пускай будут. И вот здесь солдаты пускай будут. Все. Здесь пускай солдаты будут вот здесь вот, чтобы башня доставала. И здесь, чтобы артиллерия доставала. Ты иди вот сюда вот, на перепутье будешь. Так, и теперь давай башню пока прокачаем. 240 не хватает, ладно. Так, у нас хотя бы вот эти вот воины теперь, ну, чуть-чуть сильнее, чем были. А, нет, подожди. А что они так выглядят? Они должны... 6 и 10... 6... А, у нас лучники тут неплохие, да? Так, но все равно магию надо прокачать здесь. 240, давай, чуть-чуть осталось. И потом лазер, если прокачаем, это вообще шикарно будет. Надеюсь, получится. Ну да, что-то игра подзатянулась уже сегодня выпуск. Ну да ладно. Да, видишь, маг, конечно, так стреляющий хороший. А, мы тут не можем мага прокачать. Ну ладно, жаль, конечно, жаль. Потому что она открылась только в следующей, я понял. Да-да-да-да-да. Зато здесь сейчас это откроется неплохо. Здесь можно еще артиллерию поставить, чтобы еще здесь добивало. Или здесь магию. Не-не-не, здесь пауки уже пойдут. Так что лучше здесь артиллерию поставить. Все, хорошо. Фух, хорошо, неплохо. 3 паучка всего, маловато. А, там еще идут, ну ладно. Все, вот эту артиллерию теперь надо очень сильно вкачивать. Или вот эту лучше. Но нет, здесь сразу 3 будут, а тут только одна дорожка. Ну, максимум 2 еще пойдет. Лесное братство, хорошо, замечательно. Так, 220 многовато, конечно. Хорошо, вот так будем и лупить неплохо, конечно. Но нет, здесь... Метеоритный дождь такой себе использует. Тут даже стыдно. Вот это жаль, больше нельзя прокачать. Вот это, конечно, жаль. Так, 220 есть. Надо теперь за 320 прокачивать. Это уже многовато. Хорошо, и вот здесь 2 артиллериями, а здесь всего одной, но тоже неплохо. Тут зато маг еще. Ох, а маг неплохо так достается, трика. Так, не-не-не, слышишь, уже почти проходит. Вы посильнее, побольше урона наносите. Потому что тут будут именно толпы, а не суперсильные. Так что вы должны справляться, вы обязаны справляться. Угу. Так, 320 пока не хватает, да? Ну, неплохо. Вот следующий уровень мы застряли, да? Потому что там надо тоже понять, какую прокачку нам стоит использовать. Какую? Куда? Не-не-не, стой! Пробегают, ну твою мать, 18. Все, больше никто не должен побежать. Да вы издеваетесь. Я зря мага прокачал, зря мага. Вот здесь надо так, и вот здесь рыцарей. И рыцари пускай идут вот сюда вот. Давай так. Тут пока нельзя. А там дальше уже придумаем, что делать. Возможно, тут... А, вот тут можно артиллерию, но она не будет доставать-то особо. Хотя, если вот так вот прокачать с таким большим кругом, может... Да, хотя тут лучников надо и вот эти... Ладно, придумаем еще, что сделать можно. Да, ты, конечно, неплохо бьешь, но это супер слабенький. Вот здесь можно, кстати, еще одну артиллерию поставить, чтобы вдвоем вы сюда били. И вот это уже прокачать сильно. Все, отлично, и эту теперь следующую артиллерию будем ставить. Но нам нужны еще рыцари, понимаешь? Да, вот тут артиллерия, но рыцари, они совсем недалеко бегут. То есть сюда, ну, такое себе. Рыцари могут просто не достать. Да, конечно, да, да, ставь. Ой, не хватает. Угу. Так, 19, но это плохо. Да, наносит урона неплохо, но нам надо, чтобы задерживали мы этих. Придется рыцарей, конечно, ставить. Но это вообще ни о чем. Это ж вообще ни о чем. Блин, а это сложно будет тогда вот здесь вот сделать.
Да, я знаю. Наверное, вот это стоит за 110 прокачать, чтобы дальность больше. Оно будет дальность больше. Не могут стать основной хорошие пехотинцы, обученные, экипированы. Нет. Экипированы. Не то, что нам надо. 230. Ладно, давай лучников, чтобы они побыстрее били. 230. Многовато, конечно. А то сейчас, видишь, они еле-еле бьют, ну и еще и мало. Здесь можно было бы магов добавить еще, но... 230 не хватает очень сильно. Вот видишь, и все, они толпой просто нас берут. Просто пушечным мясом. И что нам делать? Нас тупо людей не хватает. Стой. Оп. Задержали, но далеко не всех. 19. Ой, нормально, еще не прошли, серьезно. Ну давай вот так. Оп. У вас и дальность больше теперь, давай. И отравляющий эффект, наверное, в этот раз лучше взять вместо корней, правильно? Так, и этих лучше прокачать. Увеличился круг или мне показалось? Ладно. Что там, монет пока не хватает, да? Ой, собаки, ой-ой-ой-ой-ой, а на вас прям очень много надо, солдат. Ай-яй-яй-яй. Нет, ну все, 17, это уже бессмысленно. Нет, здесь надо не, что-то не то вкачалось. Солдат тут бессмысленно вкачивать, нужно что-то другое. Нет, надо что-то другое. Это сильнее станут, бойцы из казарм обладают большим здоровьем, это херня. При продаже башни это говно, увеличивают радиус атаки стрелков, игнорируют часть физической брони. Это все фигня, не, это того не стоит. А что ж нам там надо сделать-то, чтобы они прям сильно нас спасали? Нужно количество человек. Количество человек нас не спасает. Ладно, давай это уже в следующий раз подумаем, что тут можно будет сделать. Кстати, энциклопедия. Ох, ё. И башни. Нифига себе, тут врагов. Ого. Пометка. Летает. Может, ее можно было бы там использовать. Ну, не знаю. Мне как-то кажется маловато. У нее урона. Скорость высокая, да, но нахера нам тут скорость? Зачем? Ладно, в следующий раз будем... Так, хорошо, мы уже 4 уровня на 3 звезды прошли. Это неплохо. 13 из 130 звезд. То есть 10% уже пройдено, прикинь. Это сколько у нас? 20 выпусков, наверное, плюс-минус будет, да? Ладно, на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы вести следующую серию. Также все ссылки в описании. И скоро увидимся.